Привет, друзья! С вами Шимон, и в этом выпуске мы проходим святилище под названием Хилларао. Находится оно в локации Западная Неклюда, и разблокируется эта область при помощи башни Близнецов. Вначале вам потребуется найти остров под названием Цветочная Отмель. Здесь вас повстречает девушка по имени Акоба, и вместе с этим у вас появится квест под названием «Цветы не топтать». Суть квеста проста, нужно добраться до святилища, не наступая на цветы. А если же вы будете проходить по цветам, то девушка будет возвращать вас на старт. Ну и вот, когда вы добрались все-таки до святилища, квест будет завершен, а святилище будет готово к прохождению. Внутри святилища у вас будет испытание под названием «По течению». Здесь все простенько, нужно просто дожидаться, пока появится плывущий плотик, и по нему перебраться на другую сторону. На втором этапе будет 3 плота. Ну и здесь же вы не забудьте забрать еще один скрытый сундучок, который находится на дне этого водоема. На очередном этапе мы добываем плавающий сундук. Я его раздобыл таким вот образом, при помощи замораживания воды. Ну а затем нам необходимо взорвать проход. Здесь как бы плавает бочка, можно поднять ее из воды и взорвать стрелой. Я как бы сделал просто, взял телебомбу и взорвал ее на лету. Тем самым освободил себе проход. И на этом святилище будет пройдено. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал и заходите на мой второй канал, где я прохожу Зельду на 100%. А с вами был Шаман. Всем всего хорошего и покеда.